Плохо. Тоже, друзья, принес немного дров, развел костер этим летом. Без костра, по крайней мере, пока нельзя обходиться. Хотел экспериментировать, обломался. Хотел сделать скользящую оснастку, то есть кормушку хотел на основной леске, чтобы просто скользило. Но почему-то все запутывается у меня. Также хотел попробовать два поводка, тоже один убрал. Думал, один покороче, другой подлиннее, тоже путается. Короче, луль по старинке. Патерностер, отвод. Где-то метровка, вот, сантиметров 80, поводок, 12 номер, ровный крючок, опарыш, червь, полосатик, перемешку на бутерброд лучше клюет, поймал густерку, сапинку и три лица, то есть рыбка поклевываться даже лучше, чем в ершове, ну, думаю, так вот, хотя бы мелочевки половлю и то вперед, повеселее, чем сейчас ездил за 18 километров и результат, можно сказать, и здесь, мне кажется, будет лучше, чем там. На той стороне хлопцы смотрят видео мое. Сейчас спрашивали, как канал называется. Ну и костер видно там все равно. Спрашивают, просят, нас сними. Плохо снимать, когда камера без зума. Что ж, друзья, хотелось бы еще большое спасибо сказать Валерию Геннадьевичу Г, по-моему, Гришин, или как-то так, фамилия, забыл, сейчас ВКонтакте переписывались, он мне послал тоже денежку, все планирую сплав, думаю, на следующей неделе все-таки соберусь, бегал с ним в магазин, хотел флешку купить, но что-то мне дороговато показалось, 950 рублей, флешка на 32 гига. У меня стоит на 16 гигов, хватает всего 2,5 часа записи. Хотел на сплав взять побольше флешку, но если бы я купил ее, мне бы не осталось на сплав денег. Так что решил пока не покупать, искать дешевле или не знаю. Ну, в общем, Валерий Геннадьевич, спасибо большое еще раз. Я ВКонтакте писал уже, но думаю, на видео. Спасибо, звучит приятнее. Ну, у кого есть возможность, у кого есть желание помогать, буду рад. Ту же флешку купить не помешало бы. Намного бы больше можно было что снимать. Просто бы поставил и каждую поклевку можно было бы заснимывать. А так приходится экономить память на камере и снимать, ну, не все, что происходит вокруг. Так бы больше снимал, вырезал бы, может, что-то интереснее. Те же поклевки, хоть густерок, а то вот несколько рыбок попалось и заснять никак не могу. Только ельцов вот несколько заснял пока и все. Ну, не знаю, может, утром еще что-то засниму. Так что, у кого есть возможность, помогайте. Буду рад. Спасибо заранее всем.
тоже наступило утро, и утром опять полная тишина. Еле-еле что-то где-то колышет, задевает. Пробовал кормить вторую точку ближе к берегу. Одну клейку поймал, пару поклевок еще видел, таких стрёмненьких. И все. Стал дальше кормить дальнюю точку свою, на которой ловил всю ночь. Ну там что-то вообще. Часа в два, наверное, последнего ильчика поймал там. И все, вот так вот. За с часу до двух несколько рыбешек поймал, светленьких. И все. Ну ладно, в принципе, я не переживаю. Все равно получше результат, чем на Ершове. Да еще, в принципе, может, что-то еще поймаю. Что, друзья, результата все равно никакого нету пока. Пока вообще. Так что думаю, буду сматываться. Смысла не вижу тут дальше сидеть. Что ж, друзья, вспоминая прошлые рыбалки, понимаю, что это еще не совсем все и плохо. Конечно, далеко это дело, но хоть что-то половил. Сапа, устерки, эльчики, одна плотвичка. В общем, рыба какая-то имеется. Делаем вывод, господа. Результат предсказуемый. Но не такой уж и плохой, если считать вообще все вокруг происходящее. Много кто пишет комментарии в YouTube, много кто пишет сообщения ВКонтакте. Короче говоря, по России, где вот такая погода стоит, особо никто не радуется рыбалкам. То есть всему, скорее всего, вина эта погода непонятная какая-то, вообще непонятная. То есть я до сих пор, июнь месяц, скоро середина июня, хожу в зимней одежде. Сапоги зимние, шапка зимняя, курточка, кофты. Это нереально, это непонятно. В это время я должен рыбачить в шортах. Должна со спины уже слезать кожа от загара. Это должно было еще происходить в мае. Что происходит с погодой, непонятно. Думаю, когда мы снимем с себя зимнюю одежду, когда мы будем ловить уже трофейную рыбу. А пока вот так. Ну, сидеть дома я не планирую. Все-таки на рыбалке ходить буду. Но, скорее всего, сейчас я пару рыбалочек-то сделаю спиннинговых. Полазаю где-нибудь, постараюсь что-нибудь поймать на спиннинг. Посмотрим, как там рыба будет отзываться. Но, опять же, все зависит от погоды. Как она шалить будет тоже. Дожди чуть не каждый день. Выбирать свободное время, чтобы совпадало с хорошим хотя бы пару часам погодкой, чтобы можно было вырваться и закинуть спиннинг. Ну что ж, всем пока, до скорых встреч. С вами был Юрий Тетерин. Не забывайте подписываться. Увидимся.